Лепшы банк, таксі або страхавая кампанія. У Гомелі назвалі пераможцаў 4-й народнай прэміі «Любімы горад» 2018. Штогод яе праводзяць радыёстанцыя 107,4 FM і першы гарадскі тэлеканал пры падтрымцы гомельскага гарвыканкама. На цырымоніі ўзнагароджання пабывалі і нашы корэспандэнты. Урачыстасць сабрала ў залі лідраў сферы паслуг. За званне лепшых сёлета змагалася каля 50 арганізацый. Паўтара месяца гамельчане галасавалі за любімае кафе, рэстаран, турыстычнае агенцтва, аўташколу, салон прыгажосці і спартыўны клуб. Усяго 25 намінацый. Сярод іх як традыцыйныя, так і новыя, якія прапанавалі дадаць жыхары горада і бізнес-супольнасць. Гомельчане в этом году решили узнать, какой же самый любимый учебный центр. У нас не было этой номинации, благодаря нашим радиослушателям, телезрителям она появилась, и много других номинаций. А премия уникальна тем, что голосуют действительно гомельчане. А ни на один голос, ни на одну номинацию организаторы повлиять не могут. В этом году пришло просто колоссальное количество голосов, около 17 тысяч голосов мы получили. Прэмія «Любімы горад» набывае новыя маштабы. Актыўнае галасаванне гамельчан – яшчэ адно пацверджанне таму. Самая сур'ёзная барацьба за тытул, напрыклад, разгарнулася ў номінацыі «Любімы навучальны цэнтр». За кожнага з прэтэндэнтаў на перамогу прагаласавала каля 2000 чалавек. Огромное спасибо за такой прекрасный конкурс «Народная премия». Очень приятно, что гамельчане имеют возможность отдать голос не только за образовательный центр, но и за туркомпанию, банк и другие предприятия сферы услуг. Отдельное спасибо за номинацию «Учебный центр образования». Это здорово. Безумоўна, запаветный диплом и статуэтка – сведчанне паспяховай працы на рынку и признание клиентов. Я выступаю в номинации «Любимая оптика». И мы лучшие, потому что мы предоставляем только качественные услуги на самом высоком профессиональном уровне. Мы занимаемся оптикой уже 17 лет. В конкурсе мы участвуем впервые. Почему решили? Потому что мы лучшие. Потому что мы уверены в том, что делаем, потому что мы любим то, что мы делаем, и потому что это наша миссия – дарить людям здоровье. Дипломы і статуэтки пераможцам і удзельнікам конкурсу уручалі вядомыя людзі рэгіёна. Прадстаўнікі органаў улады, культуры і спорту. Сярод гасцей таксама прызёры мінулых гадоў. Когда мы в прошлом году стали победителями в номинации «Любимое место культурного отдыха гамельчан», конечно, гордость была у всего коллектива. Но и потом это классная, отличная реклама для любого учреждения. И вот сегодня будут награждать номинантов, может быть, и мы что-то новое узнаем, и найдем точки соприкосновения. И будем вместе сотрудничать с разными направлениями. Поэтому конкурс не только рекламный, а конкурс еще дает возможность сотрудничать друг с другом. Падчас конкурсу таксама прайшла традыцыйная дабрачынная акцыя. У мінулым годзе ўдзельнікі сабралі сродкі на набыццё мэблі для Веткаўскага районнага сацыяльна-педагагічнага цэнтра. Адрасатам дапамогі ў гэтым годзе абралі Цэнтр па рэабілітацыі дзяцей з ДЦП «Адаптацыя». Ганна Каральчук, Андрэй Іваноў, Тэлерадыёкампанія «Гомель».